Фух. Нет, сложный, на самом деле кнопку надо было нажать. Ты ее нажал, что ли? Да. Так ее не надо было нажимать. Окей. Это опять у нас не троллинг-дом, который нужно сломать. Как тут подняться? На Ютубе? Как тут подняться? Как это работает? Я не знаю. Опа. Когда первый раз пошел на Ютуб. Как тут подняться? Я тоже хочу сюда. Погодите. Нет. Опа, здрасте. Отойди. Да блин. Лагер, да хлопик ты, такой. Ты меня сломал. Давай двигайся, прыгай туда. Я уже спрыгивал, давай. Нет, все так просто не будет. Что не будет? Я уже прыгал. Ой. И чё, как? Что же допрыгал? Отойдите, хлопец. Хлопец, калиласка. Курочка. Так. Слышь? Да не допрыгивает оно. Да допрыгивает, я уже допрыгивал. Хорошо. Раз допрыгивал, так... Дверь открыл! Ирод! Ирод! Так, стой. Свали, да погоди пожалуйста. Ты. Все, я забрал. Я не забрался. Меня сломали. Господи, ну ты идол. Черт. Меня аж тетки пали за тебя. Ну ты четкий поцак с четками. Ну-ка, поднимайся. Все, давай, иди сюда. Ты меня должен будешь толкнуть. Да не толкнуть, допрыгивай, я уже допрыгивал. Да не допрыгну я. О, господи, о, лох моей души. А сам-то слышишь? Смотри, смотри, все, изи, смотри. Ну давай, я тебя пну. Нет, подожди, стой, я просто... Подожди. Ты будешь давай прыгать, и я тебя пну. Да, я допрыгиваю, вообще да изи. Да не допрыгиваешь ты вообще, изи. Я что, не вижу, что ли? А, с двери. Блин! О, легко вообще, смотри. О, изи, изи! Ой! Встаю. Че дальше? Ну тут по-любому мы без пинка по жопу не получится, да? Прыгаю! А ты не упустишь момента меня ударить, да? Давай еще раз. Спасибо! Я тебя ударил. В смысле? Раз, два, три. Вот теперь ты меня ударил, только слабенько. Еще одна попытка! Ты можешь меня вообще бить, я не пойму. Ты можешь предупреждать, когда ты прыгаешь. Что за избиение? Так, давай еще раз. Раз, два, три. Я не попал по тебе. Давай ты будешь прыгать. Давай. Раз, два, три. Вот и все. Учись у мастера. Допрыгнешь сам? Без моей помощи. Опа, и что дальше? И что дальше? Все. Застряли. А я здесь ничего не могу ломать. Погоди, да я до туда уже допрыгну. Мне кажется, что нам не надо было вообще паркурить. Что это какая-то обманка, чтобы набрать класс. Надо. Походи. Ребят, походи. Вот реально тут нужно набрать просто много лайков. Типа там вы сейчас соберете там 100 тысяч лайков и до нас допрет. Дурак! А что ты хотел сделать? А, там что-то есть, да? Там ничего нет. Нет, ну заберись ты сюда. Ты вот грыбаешь, хлопец. Ну забери сюда, я уйду. Все, смотри, я ушел. Зачем ты сломал? Это ж нельзя было. Или можно было? Мне кажется, твоя суперсила нам помогает. Не заметил? Нет, ты тоже мог сломать это. Insert password only in case of viral virus. Так, засуньте, короче, пароль только в case of viral virus. In other word, destroy city to save the world situation. Короче, если что-то у нас есть лишнее, мы сюда закидываем. Если мы получили пароль, мы его закидываем куда-то еще. А, ты ищешь? Ну давай я с той стороны посмотрю, что у нас может быть здесь. Ничего, ничего, ничего. О, как весело. Все, там ничего нет. Смотри, тут надпись 1. Может, нам нужно что-то ломать? Надпись 3. Деревья да, нельзя ломать, смотри, вообще никак. А куст можешь ломать? Нет, я ничего не могу ломать. Вообще тяжко ничего. Тяжкая твоя жизнь, инвалида. Там вон написано 5. Тут 6, по идее, да, 6. Так, может... хорошо. Смотри, давай будем думать, как гриферы. Мы с тобой супер-пупер гриферы и пришли загриферить вот эту местность. Что мы будем делать? Давай отметим, что из арсенала у тебя только 64 листа и 64 опыта. 64 листа у тебя? Да. Давай сюда. Чё ты молчал? Ну да. Оп. Чё, мне жалко, что ли? Смотри. Нет, не работает. Ты чё, дурак?
on case. Ты что, туда 64 листа скинул? Нет. Shantimation. Фиг вообще знает, что это значит. А может быть, нам нужно, смотри, как сделать. Сюда бумагу. И везде бумагу положить, что ли? Нет, я понял. Я допер, что делать. Но. Смотри. Опытом кидаться, что ли? Смотри, я тебе даю опыт. Ну. А ты теперь на этих бумагах пишешь вот эти вот цифры. А. 5. Погоди. 7. Бумага. У нас становится А. Просто А, маленькая. Маленькая А. Есть. Потом 5. Теперь 5. Да. 5. Теперь 7. 7? Да. 7! Готово. Потом S. Ну, C, в смысле, C? Большая, по-моему. C или S? Ну, такая C, русская, типа, русская. S. Ну, я не знаю, большая или маленькая? Пофиг. Я не знаю, чувак. Сделаем маленькую. Дальше. Так, давай дальше... большую еще сделаю на всякий случай. Опыта нам хватит. Сейчас я C большую сделаю на всякий случай. Про запас. А, и 9 сделаю. Так, 9. 9. 9 готово. Потом делаешь M маленькая. Маленькая буковка M. Готово. Так, а теперь один. И один. Ну, все, готово. Так, стой, подожди, еще одна осталась. Один и три. И три. И их, походу, нужно будет сейчас просто засунуть туда или как? Да, понимаю. В таком же порядке, как я понял. Так, окей, хорошо. Порядок, помнишь? Пам-пам-пам-пам-пам. Не работает оно. Стой, подожди, ты должен был воронку положить в правильном порядке. Ну, положил, оно не работает. Может быть, шо? Вот так как-то открывать? Нет. Шо? Смотри, тут печка есть. Так я быть... в этих печках и нашел. А-а-а. Погоди, я был уверен, что это будет працевать. Ну, оно, подожди, видишь, оно просто их не забирает вообще, в каком бы я порядке их ни клал. Возможно, оно их просто открывает? Нет, нифига. Тут даже... Дай-ка это мне... вообще воронка для того, чтобы... избавиться от вещей предыдущего мира. А тут написано, что вводите пароль только на бумагу viral virus, virus. Viral virus. Я не знаю. Что? Может, тебе надо было все в одну написать бумагу? Давай попробуем. У тебя опыт остался? Да. Много? Да, 11. Ну, говори давай. Сначала с одной стороны, потом с другой. Так, А. А маленькая. 5. 5. 7. 7. С. С. 9. 9. М. М. 1. 1. 3. 3. Забираем ее. И еще раз попробуем, наверное. Подожди, иди с пихни в это. С обратной стороны давай попробуем. Ну давай. Там начинается с 3, по-моему. А я сейчас сам напишу, не бойся. 3, 1, М. 9, CS, ой, 7, 5, А. Все, у нас с тобой есть две штучки, которые нам нужно сейчас будет проверить, какая из них работает. А чё это просто бумага? Я же ее только что сделал. Ты чё, лох? Погоди. О, лох моей души. Ладно, еще одна попытка. Вводим пароль. А, ой. 3, 1, М, 9, C, 7, 5, А. Забираем ее и все. У нас теперь две есть. Две бумажки с паролями. Закидываем сначала одну. У нас ничего не получилось. Закидываем вторую. У нас ничего не получилось. Давай мы ими подотремся, серьезно. Я не понимаю, в чем прикол. Деревья. Слушай, чувак, не просто, что так деревья стоят, серьезно. Но ты или думаешь, это... что на них можно что-то положить? Нет. Я думаю, это декор. Декорация. Ты понимаешь? Декорация. Ну вот это вот, по идее, не то, что нам нужно. Может быть, сейчас. Я вообще думал, что типа подходишь с тем, что там написано, допустим, тут тройка. Подходишь с тройкой, типа, и тебе открывается дверь. Но нет, видишь, это не работает. Ты перебрал. Слушай, а вот эти стекла, ты их можешь разбивать или нет сверху? Посмотри, пожалуйста. Нет, не могу. Так, и никуда здесь так. Не вставить. Слушай, вот это для нас пока что самое сложное испытание. Я боюсь, что будет дальше. Я боюсь, что там, знаешь, там ответ такой довольно-таки банально простой, но нас все кричат и говорят, что вы плохие несчастные. Знаешь, что мы сейчас делаем? Заходим в Google переводчик и переведем то, что нам написали здесь. Куда нам нужно засунуть эти пароли?
Хорошо. Ладно, Google переводчик. Здравствуй, Google переводчик. Введите текст. Insert. Вставить. Password. Пароль. Only in. Ой, я неправильно only написал. Only on. Ставить пароль только на... In case. Ой, он. In. In casa. Case of... virtual. Viral. Viral. Вирус. Вирус. Только в случае вирусного... Contamination. Вставить пароль только в случае заражения вирусом вирусного. А вторую часть? А это что здесь только с предыдущих карт засовывать? В прошлых разрушенных мирах... Городов. Города, чтобы сохранить что-то. Так, давай еще раз, подожди. Хорошо. Вот это переводится штука сверху. Вставить пароль только в случае заражения вирусом вирусным. Фу, спидотник, ты заражен. Я то рад, есть, может быть, этот пароль нужно как-то заразить, а как его заразить? Может быть, его еще нужно вставить? Ты че, дурак, что ли? Сюда и, допустим, совместить, может, просто с бумагой. Нет, как его заразить-то, ё-моё? Ты можешь сломать цветочки? Я бы сломал цветочек. Посмотри, блин, я не пойму просто. Ты, давай как-нибудь это пропустим, может быть, этот уровень. Потому что мы с тобой тупые. Опа. В смысле? Пропусти. Почему это, видишь, отличается от всех? Потому что ты на ней много раз делал, и чем больше ты раз делаешь, тем больше ломается наковальня, и наковальня, в конце концов, может вообще сломаться. Что она... Вставить пароль только в случае заражения вирусом вирусного. Что за вирусного? Может заражение быть... вирусного вируса. Может о, быть, ты круто. Заражен? Нет, может... Я не знаю даже, как это можно может сделать. Может, у тебя давай... жопный спид? Ну и хоть нафиг бумаги. Пошли в жопу бумаги. И куда ты пойдешь? Я, конечно, Иисус, я, конечно, могу тут все сломать, но куда ты пойдешь? Давай попробуем просто сломать что-нибудь здесь, по-любому. Что тебе сломать? Вот давай, я Иисус, я могу тебе сломать, что хочешь. Могу тебе лицо сломать. Просто двери пока что сломаем. Посмотрим, и может, чё? Где-то здесь есть эти блоки. Все написано. Давай проверим это. Мне кажется, ты немножко. Ой, здесь вода залилась. Ты можешь починить, пожалуйста, обратно? Да. Спасибо. Я смог. Спасибо. Вот, смотри, оно уходит. И дальше уходит куда-то. А, и здесь остается все. А, смотри! Шо? Вот какой пароль должен быть. А, 5, 7, С большая, 9 маленькая, М, 1, 3. А мы как с тобой водили, посмотри. А, 5, 7, С, 9, М, 1, 3. Только С маленькая была, да? Да. А, дай-ка еще раз, мне бумага у меня есть. А, повтори этот пароль. Давай. Смотри, А. А, маленькая. 57. 57. С большое. С большая. 9М. 9М. 1-3. 1-3. Давай. Забираем ее. Клади. Мы все делали правильно, просто ты лох. И кладем. Да, неужели, господи. Сейчас что-то рванет. Мне нужно быстро из геймода выйти. Ох, нифига себе нас... Тебя не подкинуло? Нет. Офигеть, меня подкинуло. Я на всей картой был. 9-й уровень. Офигеть, мы с собой долго просто с этой картой тупили. Ладно, ребята, я надеюсь, что вам понравилось это видео. Поставьте нам лайки, подпишитесь на наш канал. А с вами были Мистик и Лагер. Продолжим в следующей серии. Всем пока. А продолжение данного летсплея ты можешь увидеть на моем канале завтра в 11:30 утра. Поэтому подпишись, чтобы не пропустить новую серию. Встретимся в 11:30.